Și că nu am jos paude. Тут встал по 6. Дневной сон. И это дневной сон. А это кто? Остров, да? Ну только он будет отворачивать. Ну, дальше, да. Где он? Ну, тут несколько отворотов будет. В Темрике будет на объездной Темряковской. Таманский полуостров, то что внизу, южнее переправа, выпуклость такая. Да, берег здесь нет, посмотри, одни поля вокруг. Кого? И воды полно, берег здесь не выращивали. Кого не выращивали? Все выращивали, берег, говорю, не выращивали. А здесь каждое поле это еда. Там лед идет, когда все этого тоже. Говорили же, да, когда в то время Великой Отечественной войны что-то там ставили какой-то мост, там тут же первый лед его снес. А Марина, не готов ответить. Ну, да, Азовское море, северная часть. Мариуполь, Мелитополь.
Мариуполь и Мелитополь. Проезжал сколько раз, но ни разу не задумывался, есть там море или нет. Реально Кубань богатая, ты посмотри. Земля-то везде какая. Домами передвижными. Нет, так о чем? В рабочей есть огромное количество мест, где можно жить. Это кто, это Лиман справа? Да-да, это начинается уже этим. Марин, я же тебе говорил, начну с этим. Ну этот еще такой небольшой. Вон, смотри, это маленький. Море дальше. 79 километров до парома. Показывают перед этим, перед спортом? Показывают. Блин, купи зубочистки, а? Зубочистки не могут, залёт на передний желудок, неприятно. Яблоко съешь. Боюсь желудок. Восьмушку со двора со стороны, а что ты говоришь, что ты не тёща? Типичная тёща. Кстати, яблоко желудок тут сделано. Я бы с удовольствием всё иногда это съела, боюсь, что паром тогда. С реактивной тягой. Рогозин предложил полякам гороха на вес, чтобы газу поменьше. Кстати, я заметила, что это в том пакетике, который ты мне выложил, там кроме перловки и овсянки, там еще оказывается горох. Так что принес бы гороховый супчик, сделаем. Ну, понимаешь, я гороховый суп, я его люблю на самом деле. Я тоже. С этими сухариками, знаешь, или там, да, копченый. Я тоже люблю. Надо валить, когда я надержусь. Чтоб каждый остался при своем. Да не, что. Знаешь, там сказать, что я там иду в туалет, она...